Доброе утро, меня зовут Дмитрий, я бармен ресторана «Замок Зиваны». Сегодня мы приготовим оригинальный ягодно-фруктовый напиток смузи. Так и назовем его, ягодно-фруктовый смузи. Для этого нам потребуется перетертый банан, перетертая клубника и перетертый киви. Йогурт нейтрального вкуса. Возьмем каждого ингредиента в равных частях. Смешаем с небольшой порцией йогурта. Банан готов, отставим в сторонку. Далее берем клубнику. Также добавим немного йогурта. С клубникой также закончили. Далее киви. Также добавим йогурт и перемешаем. Все ингредиенты у нас готовы. Начинаем делать наш смузи. Сначала добавим банан, потому что он самый густой из перечисленных. Далее клубнику. И киви. Вкусный, оригинальный и полезный напиток ягодно-фруктовый смузи готов. Всем приятного аппетита!